Приехала. Падение. Погода сегодня. И природа тоже. Но очень сильный туман еще вон там. Именно когда выше на подъемник поднимаешься, туман усиливается. Ты поднялась на подъемнике сама. А я в этом Тае помогла. Без нас бы она не справилась. Сума, наш погреб открытый. Доехали почти до половины этой горы. Тая уже учится и стоит более-менее устойчиво. Надеюсь, она в будущем научится и будет кататься так же классно, как и я. Спасибо.
вишу на маме, да? Говорит, я уже чуть-чуть лучше. Повисни, ты висит. Я говорю, не виси, поднимай попу и стой на ножках. Она висит. А я мастер. Мастер второй там тоже такой был. Ну все, поехали. Там внизу страшная трасса, мы туда не едем. Не, пожалуйста, ну не едь туда, это очень опасно. Туда никто не едет. Ты сейчас разворачиваешься и идешь с папой на другую дорожку, поняла? Ой, я не хочу. Тая. Видишь, как я туда опасно катаю? Стоять. Это же стоять не можешь. Стоишь, туда не едешь, потому что я тебя там не поймаю. Я туда хочу, ну чтобы до этого. Не, там тоже страшная дорожка. Женщина там, наверное, ногу сломала. Поэтому, если чувствуешь себя неуверенно, лучше на черные и опасные трассы не лезь. У нас пятиминутка на глинтвейн и Ася на какао. И вот и катаем. Мы поднялись второй раз места, и Тая внизу. И с папой учится кататься, тренируется. Здесь вся.
Тая приехала? А съедь сюда!